Александр занимается спортом. Пробежка, утренняя пробежка в море. Я вам в этом году не поснимала шум моря, сейчас поснимаю. Водичка тепленькая вообще. Многие занимаются. Вот эта женщина каждое утро и каждый вечер ходит в воде. Ходьба в воде. Дедульки французские. О политике разговаривает, наверное. Утром хорошо. Медуз нет, кто-то спрашивает. Пока нет. Рыбки бывают. Люди спортом занимаются. Кто-то рыбачит вдалеке. Жизнь продолжается. Сегодня какие у нас планы? Все утро на пляже. Хотели сходить на рынок. Я хотела еще одно платьишко посмотреть, потому что все написали: «Лена, тебе так хорошо». Но оно чуть-чуть просвечивает. Я хотела купить другого цвета еще одно. Но Александр сказал: «Пойдем лучше на пляж». Пошли на пляж. После обеда у меня парикмахер. А вечером посмотрим. Вот, чем занимается мой муж после пляжа. Я говорю, я пошла готовить обед. Он говорит, а я буду мои стекла мыть, наши. Поэтому он увидел, что соседи моют окна, и решил тоже помыть окна. Молодец. Угу. Молодец, Шерри. Он говорит, угу. Regarde moi. Сегодня после обеда 30 градусов. Очень жарко. Мы поехали в парикмахерскую. Поехали в парикмахерскую сейчас. Немного подровняюсь, подстригу. Не буду делать балияж, не буду делать мешки. Сделаю у себя, потому что если буду делать, то Александру придется 2 часа ждать в коммерческом центре. Мне не хочется, чтобы он ждал, ну, поэтому просто сделаю небольшую стрижку, ничего особенного, поэтому сильно не изменюсь, я думаю, ну, может быть, только другой парикмахер, и потом там, нам нужно уже купить Даниэль подарочки и родственникам какие-нибудь небольшие подарки. Походим, посмотрим, у нас уже остается один день, и потом дорогу, потому что в пятницу у Владислава выпускной вечером в колледже, и он сказал, ладно, экзамены буду сдавать сам с бабушкой, а на выпускной приезжайте, конечно, мы поедем, потому что Даниэль поздно вечером, его забирать уже будет неудобно. Не знаю, во сколько у них там заканчивается, в 10 или в 11, чтобы она спокойно осталась дома. Вчера у нас горело, я вам снимала, потушили все, и вон снова очаг. Сейчас не знаю, смогу снять или нет. Сейчас, скорее всего, опять будут блокировать автодорогу. Вон. Ветер и жара, и все горит. С Александром в коммерческом центре. Сейчас пока осталось 20 минут. Посмотрим скидки. 50% здесь я уже. Скидки различные. О, мой любимый цвет. Белый цвет. Thank you.
90, Морган, 90 евро сарафанчик. Скидки нет. Скорее всего. Купальники. Купальнички различные. Кальцедония. Сорок, 20, 30 евро. 30 евро купальник. Верх купальника. Ну, 50 будет, наверное. Блестящий. Эфешо, а? Венеба. Тоже 50%. Эн курлем регерде. И вот я с новой стрижечкой. Как вам? Немного обновились. Нормально. Заплатила ровно 50 евро. Делали немного какой-то специальный шампунь, чтобы волосы не желтые были. Подстригли и сделали масочку. Вот так. Сейчас мы что будем делать? Сейчас мы будем делать фотографии на паспорт. И потом пойдем в магазин. Мы ждем. Заправили бензин на обратную дорогу. Смотрите, сколько здесь стоит Паркарес. 2 евро 02 цента. Александр говорит, снова там пожар. Заправили 19 литров 80, ну почти 20 литров. Заплатили. Сейчас я найду, сколько заплатили. Не вижу через камеру. А вот 40 евро 06 центов. Вот такие цены на сегодня на бензин. А сегодня какое у нас число? Сегодня у нас 29. На что-то здесь устанавливают какие-то прыгалки для детей, скорее всего. А мы с Александром, так как у нас завтра последний день, мы сегодня решили снова устроить праздник. Угу. Он говорит, это вот прыгать, такие резинки. Мы снова решили сходить в ресторан. Димончики обнаглели, по ресторанам здесь ходят. Вот. Кто-то мне писал, Лена, вы даже не выходите. Ну, не выходили, не выходили, вот вдруг как стали выходить. Александр там понимает, что ли? А, вот он говорит, я понимаю все. Так что мы сейчас еще во второй ресторан сходим. И посмотрим. Мы просто зарезервировать не смогли, потому что там телефон какой-то неправильный мы взяли. Ну, если наша судьба, значит есть места. Если не наша, значит пойдем вон пиццу есть. Жизни так нужно относиться. О, Эльфефре, а? Диван. А он говорит, конечно, 18 лет уже, я все понимаю. И вот такой пляжный ресторан. Кукушери. Вино бокал стоит 3,50, белого или красного. И сейчас вам покажу, сколько стоит блюдо. Забрали у нас быстро карту, я вам не показала. Цены 15,50 и где-то около 17,50. Но мы взяли блюдо дня. Александр взял мясо с белыми грибами, я вам покажу, и я взяла рыбу с овощами. Давай. Ну, мерси.
Санте. Санте. За каникулы, за маленький. За маленький отпуск. И вот такая красота у Александра. Бавет с шампиньонами, то есть с белыми грибами, и фрит домашний. Стоит такое блюдо? Сакут сенкансен, 15 евро 50 центов вам называю. И у меня, смотрите, какая замечательная рыбка. И я попросила с овощами вместо риса. И здесь еще домашний майонез. Так что нам приятного аппетита. Супер. А, моя рыбка стоит 17,70. И я попросила тарелочку фруктов. И посмотрите, сезонных фруктов, какую мне тарелочку принесли. Чего здесь только нет. И дыни, и арбузы, и персики, и абрикосы, еще и шоколад, и мороженое. А у Александра крем каталан. Вот такая красота. Так что праздник живота сегодня. Цену не знаю. Шри, кубр ля буш. Но? Я говорю, хочешь попробовать? Он говорит, нет, я свой крем каталан. Александр не любит перемешивать. Ресторан заполнился. Почти все столики заполнены. Французы отдыхают. Очень многие заказывают морепродукты, рыбу, фрукты. C'était bon, chérie? Очень вкусно, Александр сказал. Так что советуем. Люди после ресторана выходят и садятся на пляж, на песочек, наслаждаются.